Заместитель главы города, курирующий вопросы сельского хозяйства, сразу же задал тон работы круглого стола. Доверительный обмен опыта работы наших крестьян с санаторно-курортными комплексами. 10 самых крупных анапских фермеров и более десятка санаториев и баз отдыха действительно пришли говорить откровенно. Ведь разговор такой назрел на самом деле давно. У нас получается такая ситуация, что у нас есть производители, которые производят, у нас есть потребители, которые потребляют. И вот именно цепочка вот эта, она у нас до конца не работает. И причин этой цепочки, что она у нас не срастается, очень много. Среди предложений звучало создать своеобразный курорт Коопторг. Нам в летний период приходится покупать все то, что есть. И есть на восточном рынке. И проблема действительно одна. Мы друг друга даже не знаем. Я, насколько знаю, раньше был вот такой курорт Коопторг, по-моему. То есть это база, это площадка, где можно действительно приехать и купить то, что тебе нужно. Но с этим категорически не согласен один из самых известных фермеров в Анапе. Впрочем, как оказалось, с ним желали бы познакомиться очень многие. Мы, конечно, уже существуем 25 лет, и за эти годы мы сумели все-таки пробиться на рынок санаторно-курортный. Мы поставляем 15 здравниц. И мы бы с огромным желанием еще бы могли бы 5-10 санаториев поставлять. И здесь, мне кажется, проблема в следующем. Если есть обоюдное желание, ну поверь, у нас всегда желание есть, я не хочу посредникам отдавать продукцию. Звучали предложения по созданию в Анапе агропортала местных производителей, где можно отслеживать цены и появление свежей продукции. Такое уже существует на сайте министерства и пока не очень эффективен. Эту мысль продолжил и депутат городского совета, и частный владелец объектов Санкура Загвоздин. Нам нужен какой-то ситуационный центр, организующее начало. Фермер Владимир Гусев подчеркнул, что его экологическую чистую продукцию даже небольшими партиями постоянно берут одни и те же санатории. Мы их выращиваем, они очень вкусные, они красиво, привлекательно выглядят. И тот, кто хотя бы раз попробовал нашу продукцию, они все к нам возвращаются. Михаил Верхотуров, как руководитель и как производитель, в одном лице отметил. Я, в первую очередь, выражаю благодарность вам, то есть организаторам этого круглого стола, потому что я впервые, скажу честно, нахожусь на таком хорошем, объективном, теплом совещании, когда коллеги не засыпают, правильно, от монотонности, когда происходит живой диалог, да. А главный вывод круглого стола сделали фермеры. Необходима их кооперация.